Готово? Да. Пишем. 12 лет назад, именно в этот день, в 17:00, в эфир вышла первая программа телеканала. С тех пор ежедневно команда профессионалов трудится над выпусками новостей, авторскими программами и созданием контента, который будет интересен каждому жителю региона. 17 октября – настоящий праздник для журналистов, операторов, режиссеров, редакторов, видеоинженеров ОРТ. Многие из них остаются за кадром, но их вклад в работу телеканала не менее важен. Вещание ОРТ беспрерывно, чтобы вы, телезрители, могли быть в курсе интересных событий в любое время. Сегодня наша редакция получила поздравления от телезрителей и от представителей различных ведомств. Очень хотели поздравить вас. Во-первых, пожелать развития, чтобы всегда телеканал показывал хорошие новости, чтобы всегда был позитив, чтобы коллектив у вас был сплоченный, дружный, чтобы жители нашего любимого родного Оренбуржья любили смотреть ваши новости. Ну, я, конечно же, всегда смотрю ОРТ «Планет», всегда читаю ваши новости. Благодарим каждого, кто смотрит наши программы, проекты и принимает в них участие.